уже научились добавлять файлы в наш проект, теперь научимся использовать их в анимации. Мы взяли индейский набор из маркета, загрузили оттуда анимированный фон и двух персонажей. У нас в центре экрана бегущая сквозь. Давайте попробуем приделать ей голову кота. Для этого входим в клип бегущей женщины. Выделяем голову. И нажав правую кнопку мыши, выходим в выпадающее меню. Выбираем пункт «Заменить на». И нам предложат заменить на один из объектов в библиотеке проекта. У нас сейчас там два кота, один из них вырезанный. Мы должны сделать так, чтобы у нас точка регистрации кота совпала с крестиком, который находится в центре экрана. Удаляем лишние ключевые кадры. И возвращаемся в нашу сцену. Надо сделать так, чтобы голова была на переднем плане. Посмотрим, что у нас получилось.